Таро Адумбалач. Моя благодарность вам не знает пределов. С Божьей помощью мы победим. Пришло время выпустить ярость темного храмовника. Зератул, пришло время нам встретиться с врагом. Да, когда я сражался с мозгом Начари, я слегка соприкоснулся с сущностью высшего разума. Я сразу же прочитал его мысли. Знаете, если мы проиграем, сбудутся все наши самые страшные сны. Сергий в самом деле был создан древним Сэлмагом, который наделил нас энергией еще в древности. Но высший разум рос и развивался, а сейчас он обладает великой силой. Итак, друзья мои, мы сражаемся не только за Айур, но и за все сотворение. Если мы проиграем зергам, высший разум захватит власть над всей вселенной. Наши войска нападут на ближайшие логово зергов, чтобы ослабить их защиту. Как только их силы будут истощены, Заратул и его компаньоны проникнут на территорию зергов и уничтожат мозг. Адун повелевает расправиться со зловещим высшим разумом. Вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем прохождение StarCraft. Поехали. И вновь всем интересным юнитам большой привет. Я что хочу сказать. Нам дали Зератула, нам дали Феникса, и, собственно, вот эти два человечка должны выжить, но что я хочу сделать? Я хочу в первую очередь взять всех своих пробок, отвезти их вот сюда. А вот сюда, например. Поставить одну пробочку. Поставить базочку. Спасибо базе. А начать добычу минералов. Естественно, этими же пробочками мы, кстати, построим сейчас пилончики. Например, здесь. 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 И пустим ее на добычу. Берем Зератула. Идем наверх. Здесь у нас закопались пару собачек. Я думаю, что это не сильно большая проблема. Гидра? Привет. Как все дела? Ну ладно, гуляй дальше. Я думал, что я догоню, но почему-то Зератул иногда медленнее движется, чем кажется. Я вроде бы должен быстро двигаться. Окей. Здесь, как вы видите, тоже закопаны юниты. В принципе, не очень сложно обнаружить закопанных юнитов. Потому что закопанные юниты, они как бы видны. Ася. Уничтожать их базу. И уничтожать эти будущие спорки, либо плети, в зависимости, что будет. Каждый раз может быть по-разному. Пока у нас идет добыча, пока там все хорошо, можем подстраивать энное количество пробок, просто потому что мы можем. Отстраивать заново спорки он не будет. Потому что это не в его стиле. Давайте даже еще вот сюда пройдем. Здесь есть еще одна такая же штучка. Отлично. Теперь можно идти вот сюда. И что нам нужно сделать? Нам нужно тупо избавиться от всех вот этих будущих спорок а-ля плетей. То есть я не знаю, что это будет. Но мы заранее от этого избавляемся. После того, как мы от этого избавились, у нас все будет хорошо. Но не стоит радоваться так рано, так быстро. Это еще далеко не конец. Нам нужна, естественно, какая-нибудь защита. Поэтому будем строить наших юнитов. Но, помимо прочего, что нам нужна защита. Нам нужна какая-нибудь кузница. И нам нужно больше пилонов. Но для больше пилонов нам нужно больше
юнитов, что, в принципе, логично. Я не знаю, успел он там построить, успел, да. Теперь что мы делаем? Так как они не видят наших юнитов, оставляем Зератулу вот здесь, вместе с каким-то Зиотом. Не знаю, правда, зачем, но окей. И выставляем сюда вот так вот. А Феникса же мы управляем внутрь, чтобы он там стоял. Такие дела. Ну и надеюсь, что все будет хорошо. Так, у нас здесь прибыли еще две пробки. Добывайте, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Строим пока улучшение щита. Сейчас объясню, что я буду делать. Я планирую выходить в воздух, потому что воздух у протосов — это одна из основных силы. Главное, что нельзя допускать. Здесь будут очень печальные юниты, которые могут меня, в принципе, убивать. И главное, на самом деле, этого не допускать. Давайте мы отвезем немножко от базы, а то совсем прифигевший. Спасибо. Так, мы видим, что вот здесь вот у нас идет прорыв защиты, да, то есть, ну, как бы, атакуют нас, скажем так, отсюда. Значит, надо здесь что-то и подстраивать. Я думаю, подстроить звездные врата. И с их помощью начать строить первые крейсеры. Как я уже сказал, я буду выходить именно в воздух. Поэтому все логично, все мои дальнейшие действия, они как бы прописаны уже по факту. Давайте сюда же поставим. Так, что нам надо? Нам нужно как можно быстрее усилить добычу минералов. Но проблема в том, что мы не можем обеспечить нормальную защиту нашим юнитам в случае какой-либо атаки. В связи с этим мы не можем поставить экспанд дополнительный, например. Ну, то есть понятно, что газ мы можем вот отсюда добывать, но мы не можем поставить дополнительный экспанд в виде другого минерального. Ну, короче, сходить, поставить на другие минеральные поля наших юнитов. Поэтому мы этого сделать, к сожалению, не можем. А минеральные поля находятся с этой стороны, а вот в этом участке, соответственно, вот с этого угла. То есть весь низ, он как бы априори свободен изначально. А, ты застрял? Серьезно? Как ты умудрился застрять? Глупая пробка. Ладно, построим себе новую глупую пробку. Окей, ждем, пока построится наш маяк флотилии. И делаем здесь авианосец. Отлично. В маяке флотилии тут же заказываем перехватчики. Тут же здесь заказываем урон. И я думаю, строим. Ну да, Виспен теперь у нас недостаточно. В принципе, это логично, потому что Виспен нужно добывать все-таки, а не просто так его из ниоткуда брать. Правильно же? Сейчас мы подстроим пробочек, которые будут добывать нам Виспен. Надеюсь, все будет хорошо. Пока что сильной атаки никакого типа не ожидается, поэтому сейчас все должно быть нормально. Здесь у нас стоит Зератул на случай, так сказать, если что вдруг. Пусть у нас пробочки носят отсюда, ничего страшного. Впоследствии, как построить вот это здание, они будут носить уже с более близкого расстояния. Хотя можно, допустим, было не ставить Nexus, пусть они носили бы отсюда, но, допустим, можно было бы 7 пробочек сделать на газ. Такие дела. Вот, ну сейчас Nexus подстроится как раз, и по идее вот эта пробка уже будет относить в этот... Нет, следующая. Вот, то есть вот это вот, получается, в Nexus будет относить, по идее. А может и нет. Вот у нас прибыл авианосец. Прокачиваем его по-бременькому. И вот, вот эта уже пробка будет относить в этот Nexus. Нет? Я сказал в этот Nexus.
Так. Вот у нас прокачка на второй уровень. Отлично. Великолепно. Пока все хорошо. Мы защищаем чисто за счет наших юнитов. То есть чисто за счет инвиза. И что в чем сейчас проблема, соответственно? Что мы будем делать? Ну, как я уже сказал, будем отстраивать воздух. Для этого нам нужно... Ах ты, тварь. Вот я больше всего ненавижу вот эту тварь, вот эту падлу, вот эту ужасную скотину. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нельзя. Нельзя добивать эту гадость. У него очень хреново с броней, плюс нас отравила Квина еще. И да, вот здесь вот начинается такая жопораздирающая боль в плане постоянной атаки на нас, пока мы не разобьем их основные базы, основные места, откуда они будут на нас атаковать. Вот, единственное, кого, по-моему, нельзя так заразить, это Зератул, насколько мне не изменяет память. И, по-моему, нельзя заразить Феникса. Хотя нет, Феникса заразить как раз так можно. Так вот мы сделаем. Ставим здесь еще пилончик дополнительный. Поставим здесь вот эту штученцию. Желательно даже две таких штученции. И можем дальше идти добывать минералы. Итак, дальше строим следующий. Ах ты, крыса, зарылась там, видите? Вот, ну наши юниты со временем, по идее, могут восстанавливаться, хотя я что-то такого, если честно, не припомню, но окей. Да, потому что они, по-моему, они не восстанавливаются как раз-таки, что те, кого покоцали. Поэтому есть плюс держать их немножко разведенными друг от друга. Тогда они будут более в большей безопасности. А что у нас по броне? Давайте мы ребутнем броню. Читы, точнее. Чтобы у нас все было нормально. А, подстроим чуть-чуть этих ребят. Что у нас здесь? Здесь все хорошо. Можно прокачать атаку. И можно заказать еще один авианосец. Я думаю, что... Я думаю, таки нескольких авианосцев нам должно хватить. Нас убили одного, по идее, зелка. К сожалению. Но ничего страшного. Пока что все нормально. В этом плане. К сожалению, следующий уровень щитов стоит 300-300. У нас не хватает газа, о чем я говорил ранее. С газом довольно большие проблемы. Зато у нас есть второй авианосец. Это уже лучше. Что мы будем делать дальше? Как только мы наберем 4 авианосца, если я не ошибаюсь, мы будем начинать харасить противника. Причем харасить его максимально жестоко. Поэтому я заказываю сейчас последнего авианосца. Последнего. Ну, в общем, вы поняли суть. Я заказываю авианосец, и мы начинаем харасить, как только мы получим возможность такую. У нас все юниты исчезли. Замечательно. Вот здесь вот у нас находится Феникс. Феникс желательно должен быть под полной защитой, потому что это тот юнит, которого могут реально убить. И тогда миссия будет провалена. Но в целом не беспокойтесь, в целом все нормально. Давайте мы попробуем сейчас откатиться вот сюда. Пока у нас вроде бы много минералов. Довольно-таки. Попробуем откатиться с вами. Так, нам нужен трибунал еще построить. Построим попутно трибунал. Давай ты будешь построить трибунал. Для этого нам нужна, по-моему, цитаделя Дуна. Нет, звездные врата и архивы храмовников. Ну да. А для нее все равно нужна цитаделя Дуна. В принципе, правильно сказал. Ладно, здесь пока. Пока здесь. Так, нам нужен газ, но минералы нам тоже большое количество довольно понадобится. Что здесь можно сделать? Можно сделать кучку архонтов вместе с кучкой
авиации и как-то прошивать все это дело. Но тут уже как вам удобно, ребят, потому что все будет зависеть от тех войск, которые вы выберете. То есть вы можете по-любому идти. Хотите воздухом, хотите землей. Я иду через воздух, потому что мне так проще. Вы можете, например, пойти через землю. Заказываем улучшения. Вот у нас приехала падла, которая привезла сюда вот эту нехорошую гадость. Но мы уже готовы ее встретить. Так вот. Ибо нефиг. Ибо нефиг, да, ребят? Я думаю, вы со мной согласны. Так, что мне здесь надо? Мне нужен в идеале грейд на атаку. Последний. То есть, чтобы плюс 3 было к атаке. Было бы неплохо, на самом деле. Так, давайте хоть чуть-чуть защитим наше вложение. Чтобы мне сделать последний грейд на атаку, мне нужно 250-250. Отлично. 250-250 у нас есть. С чем я нас, собственно, и поздравляю. У нас есть 4 авианосца. Сейчас мы... Только полностью он построит. Какой из них строит, сейчас я уж не знаю. Это моя работа. Приказывай. Где они довольно быстро строят их. У нас усиливается добыча минералов. Что бы добыча газа бы так вышла, было бы вообще замечательно. По-моему, это на двоечку щиты, да? Да, это будет щиты двоечка. Это будет щиты двоечка. Так, ладно, пока меня устраивает, хорошо. Еще вдогонку еще один. Чем больше у вас авианосцев, тем лучше. В принципе, это логично, я думаю, не надо объяснять это. Так, все, достроились или как? Еще не достроился. Ладно, выпускаем, я думаю, потихонечку. Сейчас здесь будет жопа, на самом деле. Вот здесь вот. Готовьтесь, когда вы в первый раз нападаете, здесь жопа идет. Ваша основная задача — отвести подальше чуть-чуть ваших юнитов и нападать чисто воздухом именно таким. Стараться не нападать самими авианосцами. Нападать именно мелкими копиями. Ну, типа делать вот такие вот извращения. Вот, если они на вас выманиваются, то просто сразу уничтожаете. Потому что иначе все будет немножко печально. Вам, ваша главная задача — просто добыть как можно шустрее минералы. Тогда все будет классно. Ну, это как по мне. А можно встать вот здесь на газ, перевести своих юнитов. Можно этого не делать, в принципе. Главное — убивать гидру. Гидра — это фактически единственный юнит, который может нашему воздуху причинить очень больно. Очень много больнющих неприятностей. Назовем это так. И да, готовьтесь, гидры здесь будет очень много. Так. Как-то вот так вот мы это все проходим. Теперь мы возвращаемся. С
Спросите, зачем? Да все очень просто. Мы ищем вот таких юнитов. Отводим их в бок. Нажимаем, улучшаем. А второй юнит. Отводим его. Тебя еще тоже отвезти. Отлично, в принципе, я доволен тем, что он делает. Уничтожьте его, пожалуйста, спасибо. Ее. Его. Замечательно. Естественно, продолжаем клепать. Не забываем про то, что нам надо как можно больше таких юнитов. Что у нас здесь? А, так. У меня проблема с тем, что я периодически могу чего-то забывать. Это, кстати, одна из причин моей неигры в ладдерах. Потому что я иногда очень отвлекаюсь на какие-нибудь места. И могу, например, не добывать юнитов или еще что-нибудь в этом духе. Нет, здесь у нас база более или менее, но нормально защищена, так что, в принципе, там все хорошо. Мне бы вывести вот сюда вот сейчас все это дело. Было бы замечательно, если честно. Было бы просто замечательно. Минусим вот эту базу. Теперь что мы делаем? Как только он бежит на нас гидрой или кем-то, мы просто отходим и не даем ему возможности сосредоточиться на наших основных кораблях. В таком случае он не сможет ничего восстановить и не сможет нас никак атаковать. Что для нас, в принципе, равно замечательной победе. Так, быстренько уничтожаем ему базу. Нам нужно это делать с максимальной скоростью. Просто вот так вот выпускаем их. И, допустим, куда-нибудь отвозим. Как-то так. Гидра умирает просто замечательным образом. Как, собственно, и оверлорды, как, собственно, и вообще кто бы то ни был. Все это дело умирает просто великолепно. Вот это хреново. Это моя работа. Вот это хреново, ребят. Вот это очень хреново. Не смертельно, но очень хреново. Это, конечно, не смертельно, но очень-очень-очень хреново, серьезно. То есть, да, они нас, конечно же, не убьют таким макаром, но... Ах ты, тварь, ты еще и этого отравил, сука. Сука. Ну ладно. Это моя работа. Он отравил еще и этого. Это хреново. Вот это хреново, конечно. Эх,
Здесь он просто замечательно умирает. Главное это сделать аккуратно теперь. Потому что он нам отравил все наши войска, так сказать. Это очень хреново, ну ладно. Да живем, чё. Вот еще один огромный минус, это слепни, ребят, будьте их аккуратно с ними. Так. Нам нужно больше юнитов. Желательно юнитов, которые смогут что-то противопоставить кому угодно, кому бы то ни было, я бы даже сказал. Слепни, видать, уничтожили еще один. Ладно, сматываемся, ребята. Сейчас немножечко восстановимся, поднакопим единиц боевых, и будет все хорошо. Так, мне нужна одна штучка, вторая штучка. Мне нужна добыча, 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 добыча. Все, как можно больше добывать сейчас нужно. Желательно виспен, да, через него как-то выходить. Потому что если не будет виспена, у меня будут некоторые трудности, проблемы и прочее. Я бы не хотел, чтобы они были, поэтому... Так, через роботикс. У всех щиты что ли полные? Получается, что полные, да. Окейшки. Давайте делать. Давайте делать больше. А что у нас там делается на С. Больше пилонов, говорите? Да без проблем, ребят. А где у нас пилоны? Раз пилон. Я сказал пилон, но окей. Хватит только пилонов, я надеюсь, вам. Все, отлично. Так, теперь по виспену. По виспену все хорошо. Мы построили пару пилонов. Все будет вроде нормально. Ладно. Добываем. Генерал, у нас, по-моему, по максимуму прокачана атака. Недостаточно такой виспена для улучшения защиты конкретно. И у нас с вами... Конечно же, пришли именно на ту базу, которую я должен буду прикрывать сейчас. Что если ее убьют, нам будет очень-очень хреново. Я вроде бы, конечно, отбил обратно, но вот то, что они уничтожили один из моих крейсеров, это не очень хорошо. Так, делаем опять-таки ссылки на наших юнитов. Улучшаем их, естественно. Прокачиваем. Даем возможность дополнительно строиться. Сейчас вот выйдет отсюда. Выйдет отсюда, это будет еще плюс 2 корабля, и потом выйдет отсюда, отлично. А, неплохо, неплохо. В целом неплохо. Несмотря на то, что у нас довольно мало юнитов, но зато все эти юниты стоят кого угодно. Так, здесь добыча идет отличным образом, здесь добыча идет тоже отличным образом. В принципе, можно выдвигаться потихоньку. Остальные как-нибудь дойдут уже по нашим кораблям. Поехали.
Поехали, друзья, поехали, поехали, поехали. Выдвигаемся, так сказать. Естественно, он попытался установить себе газ. Хотя я не вижу особого в этом смысла. В принципе, ему виднее. И давайте добьем все, что здесь осталось. Так. Атакуйте, пожалуйста, спасибо. Атакуйте, пожалуйста, спасибо. Спасибо, пожалуйста, атакуйте. Это моя работа. Замечательно. Вот эту гадость надо убивать. Как только мы ее видим. Это моя работа. Ай-яй-яй, слепни, это жестоко. Слепни, это жестоко, это очень жестоко. Тварь. Опять все мои ребята лишены энергии. Больше всего я ненавижу вот эту фигню. Хотя просто нафиг лишают энергии. Да одури такой веселый. Это моя работа. Это моя работа. Your craft. Сложный. Так. У меня, по крайней мере, остался хотя бы один из авианосцев новеньких. Так, давайте сделаем опять пунктик на наших авианосцев. Еще один пунктик на наших авианосцев. И еще один, соответственно. Сейчас сделаем. Приказывай твое слово. Направь меня. Замечательно. Еще много тратится виспена на это все дело, но... Скажем так, оно того стоит. Оно того, мои дорогие друзья, стоит. Это моя работа. По сути, что нам нужно сделать, это пройти вот сюда. И больше, собственно, особо ничего и не надо. Как вы видите, они нам уже особо не сопротивляются. Как видите, уничтожить эту фигню самим у нас не получится, даже если мы захотим. Поэтому я сейчас объясню, что нужно для этого сделать, чтобы ее уничтожить. Это не так просто. Ее надо всего лишь сюда нужно просто привести Зератула. Офигенно, до меня уже приходят косвенные войска просто, то есть... Это моя работа. Your craft.
Окей. А, давайте возьмем сюда. Просто потому что мы могем. На самом деле у нас здесь проблемы. Я предпочитаю полностью уничтожить врага все-таки в данном миссии. Есть несколько армий мозга. Можем уничтожить любую. В принципе-то говоря, разницы особо не будет, честно. Честно вам скажу. Так, мы где-то потеряли, кстати, один корабль. Печально, конечно, но в целом не имеет особого значения. Как они все умирают-то, а? Это приносит мне счастье и радость. Ладно, на самом деле все очень просто. Что мы должны сделать? Это тупо доставить туда Зератула. И бить мозг. Все просто. Это моя работа. Направь меня. Так, Зератул идет рядом с нами. Йоркрафт. Под защитой, меня. Так сказать. Ничто его не может отвлечь от выживаемости. Успели убить, кстати, даже раньше. Как-то так. Теперь мы идем ко второму. И уничтожаем его тоже. Точно так же. Уничтожить их может только Зератул. Никто другой их не уничтожит. Как-то так. Вот и нету двух мозгов. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока.